Чему снятся монеты? Много-много монет. Ну, про золото я рассказывала в предыдущих видео. Посмотрите, если это золотые монеты. А если снятся просто монеты? Если вот те монетки, которыми мы пользуемся, или те, которые уже выходят у нас из обихода. Монеты всегда к слезам. Вот как круглые монетки, их очень много, да? Это слезы. Слезы, разочарование, страдания, печаль, больная, раненая душа. И, конечно, когда вы видите монеты, лучше всего, открывая глаза, скажите, куда сон, куда ночь, туда и сон, куда ночь, туда и сон, куда ночь, туда и сон. И больше не рассказывайте этот сон никому. Или подойдите к воде, прежде чем с кем-то поздороваться или общаться, желать доброе утро. Сначала спустите кран, воду из-под крана и скажите, куда вода, туда и сон. Трижды повторите и не рассказывайте этот сон, чтобы не печалиться и не огорчаться и не лить попусту слезы. Если вам понравилось видео, пальчик вверх и слово благодарю. И пишите, какие темы вас интересуют еще.